Всем привет! Зарница — это мгновенные вспышки света без раскатов грома, которые не слышно из-за дальности. Обычно ее можно заметить на горизонте, при отдаленной грозе. Именно это явление могли наблюдать жители Таллина ночью 28 августа 2022 года. Есть два основных рода зарниц. Первый из них, по сути, электрические разряды, подобные молнии, и представляются нам широкими вспышками лишь потому, что происходят весьма высоко, за целым рядом полупрозрачных облаков. Зарницы такого рода особенно часто наблюдаются в поясе сильных гроз у экватора. Большинство зарниц, наблюдающихся в наших северных широтах на горизонте, по сути, зарницы второго рода. Допустим, если высота грозовых туч в среднем достигает 3 км, то световые разряды молнии на горизонте мы сможем увидеть на расстоянии до 120 км, вовсе не слыша грома от них, так как гром на расстоянии в 24 км уже не слышен. 28 августа наблюдался именно этот род зарниц. Как вы видите, в ту ночь была гроза в городе Рапла, находящейся на расстоянии свыше 50 км от Таллина. Также стоит сказать, что иногда зарницы продолжаются очень часто, следуя одна за другой, в продолжении нескольких часов. Такие ночи с зарницами называются воробьиными. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока!